Поблагодарить руководство города Бишкека, присутствующих здесь, всех присутствующих любителей бокса, болельщиков. Мне очень приятно, что, глядя на мое выступление, Байсал Байке со своей супругой, которая тоже из Токмака, кстати, вот, проявили такую большую любовь к этому виду спорта. И после этого Байсал Байке стал активно участвовать в жизни бокса в Кыргызстане. Появилось у него желание большое открыть зал, развивать бокс в Кыргызстане. И я хочу ему сказать огромное спасибо за то, что он развивает этот замечательный вид спорта, бокс, в Республике Кыргызстан. Я надеюсь, что этот зал, вот как идею Байсала Байке, По боксу. Здесь 4 боя в матче мы выиграли, но бой ушел. Это ты поедешь на Олимпиаду, да? Давайте. Нет. Он молодой, он в следующую Олимпиаду поедет. Да? Давайте. Держи. А то. Значимым шагом вперед в развитии спортивной инфраструктуры города Бишкек. Я думаю, эти слова должны быть сопровождены вашими громкими. Если мы очки назвали, не стали стать чемпионом, мы тебя всегда будем поддерживать. Вернуться какую штуку. Я думаю, в этом зале она найдет место достойное. Это твой герб будет здесь висеть. Янтарь? А у нас янтарь, это чисто янтарная картина. Ты на другой стороне посмотри и не забудь отметить, что это не только твое. Спасибо, да, поздравляю тебя. Это значит, как... Вы так делали, чтобы не стёр. Да, Юрий, можно пряник привезти, там, кукур, глоток с Оренбурга, с Калининграда, это только не так, поэтому...